Салют, братень, ты на канале Не Карате, рад тебя приветствовать. Я спешу напомнить, бокс, не карате, тут думать надо, есть где подумать. Поле битвы земля, здесь думай каждый день и смотри в оба. Собственно, сегодня новости разбираем. Дальше непосредственно всех ценителей и любителей бокса из Узбекистана приглашаю сесть поближе, потому что речь пойдет об объединенном чемпионе, который поражает своей готовностью к каждому поединку и каждый бой проводит на супервысоком уровне. Я думаю, ты догадался. Сегодня говорим о Мураджоне Ахмадалиеве. Брат, если любишь держать руку на пульсе всех событий, я тебе настоятельно рекомендую подписаться на свой телеграм-канал. Там и новости, и бои в хорошем качестве. Муа! Вишенка на торте. Если вот бокс твое, то канал телеграм-канал не карате, к каналу YouTube не карате вот так вот подходит и сочетается идеально. Собственно, разошелся что-то не на шутку, но потому как Мураджона Ахмадалиева люблю всем сердцем. Реально очень толковый, классный боец, который ни разу меня еще не разочаровал. Пу-пу-пу. Собственно, новость следующая. Придется ему повременить со статусом абсолютного чемпиона. Почему, спросишь меня ты? Все очень просто. Непосредственно IBF приказала посмотреть в сторону Марлона Топалеса. Это филиппинец, и провести с ним обязательную защиту. То бишь, об объединении пока речь не идет. Идет речь об обязательной защите. Обязательная защита по линии IBF. Дальше смотрим. Непосредственно две стороны. Эдди Хирн из Mushroom Boxing, который представляет интересы Ахмадалиева, и Шон Гибс из MP Promotions, это Топалос, дано время до 2 февраля, чтобы выработать сделку и избежать промоутерских торгов. Короче, до 2 февраля будет объявлено о дате поединка, который пройдет непосредственно с Топалосом. Марлон Топалос. Уже оппонент известен. После 2 февраля будет дата боя. Касательно Топалоса, конечно, я посмотрел, кто это, и хочу сказать, что непростой парень. Это не мисс-матч, это любопытный парень, у которого есть очень много духа. Филиппинцы, они, знаешь, не самые богатые товарищи, они из низов. Там только Нанита Данейра, у него хорошая семья была богатая. Все остальные самого низа, как Пакьяо, в общем-то добиваются своих результатов. Они бьются, мисс-матчами там не пахнет, там все очень серьезно, там кость в кость. Я не скажу, забегая вперед, что он меня поразил сверхталантами, но стойкостью, выносливостью и последовательностью своих действий он мне понравился. Поэтому, брат, ближе к поединку мы уже будем обсуждать Топалоса и Ахмадалиева, как пройдет бой, по какому сценарию. И дабы не пропустить это, колокол,
подписка, все проговорим. На Телеграм не забудь подписаться. За сим жму руку и адьос, а то надоесть боюсь. До встречи в следующем выпуске. Пока.